отчет каждый вечер, буду рассказывать о том, какие достижения за день у меня получились в проектах, в которых я участвую. Итак, BNB. BNB вчерашняя у нас получается 27%, сегодня 28%, плюс 1%. Двигаюсь к уровню бронза, будет приходить уже 300 BNB. Ну, в общем, особых изменений не претерпел в этом проекте. Но, тем не менее, движение есть. Монетки приходят каждый час. Играю, повышаю уровень. Следующий у меня Solana 53%. Вообще без изменений. То есть, как вчера было 53, так на сегодняшний день и остается. То есть, изменений никаких. Dogecoin. Кстати, бонус один прицепился. Его можно забрать. Опля. 125 тысяч монет есть. Dogecoin 11%. Как и вчера, никаких изменений. То есть, вот не знаю, почему из всех шести проектов, почему-то именно Dogecoin настолько вяло. То ли меня и шаг понюхал. Ну, в общем, двигается очень-очень медленно. Хорошо. Дальше. Tron. Tron. Вчерашние 14%. Сегодня 23%. Очень даже неплохо. Кстати. По Трону на сегодняшний день был вывод 10 часов назад, это было утром, 550 трона я вывел. Вставку на вывод средств я вставлю в конце. Прождал больше получаса, думаю, ну его нафиг записывать, выключил телефон, запись экрана. И тут же заявка исполнилась. В общем, чуть больше 30 минут выводились деньги, но тем не менее они пришли. Именно это позволило мне прокачать достаточно хорошо трон. То есть практически 10% я получил, да, нужно 50 тысяч 3x до следующего уровня. Очень хочу на уровень gold, будет приходить уже 250 тысяч монет 3x. Это означает, что играть и выигрывать будет гораздо легче. То есть сейчас я без вложений выигрываю. Вот на троне мне больше всего нравится, не знаю, вот на трон у меня двигается лучше всех, потому что то ли вот это такие вот завораживающие цифры и числа, да, вот везде 8, да, здесь получается 6. Не знаю, как это работает, но трон мне почему-то вот легче всего дается. Есть вероятность, может быть, до конца месяца голд я все-таки закрою, 250 тысяч монет будет. Вот если сейчас у меня получается выигрывать с 60 тысяч монет, то с 250 тысяч монет, мне кажется, вывод у меня вообще будет каждый день. Даже если на уровне голд я просто буду копить, и в течение 10 часов за один день я буду собирать монеты, это будет 2,5 трона. С 2,5 трона удвоить, утроить, даже в 10 раз, в 100 раз его увеличить не так уж и сложно. То есть пассивный заработок в этом смысле работает очень хорошо. Я очень надеюсь, что выводы с трона позволят мне реинвестировать заработанные средства в Litecoin, Litepeak, Dogecoin, BNB, что позволит мне гораздо легче с вложениями уже прокачивать следующие уровни. Дело в том, что у меня такой вот пунктик, наверное, появился. Я хочу как можно скорее позакрывать всех шести проектах уровень Gold. Да, возможно, я прокачаю это собственными средствами. Но, тем не менее, дальше будет только лучше. Я уверен, что спустя, наверное, месяц, ну, максимум два, вывод средств будет каждый день. Кому интересны эти проекты, пишите. Я могу все объяснить, рассказать, показать, как я этим занимаюсь, то есть, что я делаю. Ну, в общем, задавайте любой вопрос. Помогу без проблем. То есть, куда выводить, как я, допустим, вывожу с проектов на Payr. Ссылка на кошелек этот Payr есть на сайте, каждый может, все это в описании. С Payr я уже перевожу через различные обменники, такие как BestChange или NixMoney, уже на карты. Вообще без каких-либо проблем. Есть определенные минимальные суммы, но на сегодняшний день появился очень классный обменник, минимум $28, то есть выводите куда хотите, это очень здорово и удобно. Так, продолжим. Итак, Litepeak. На Litepeak 13%, так и осталось, все висит без изменений. То есть тоже двигаюсь к уровню Gold, очень надеюсь, что в этом месяце закрою, приходить будет 12,5 тысяч, это очень даже хорошо, учитывая то, как у меня получается, да, вот как мне удается умножать приходящие средства. Ну, конечно же, я коплю несколько часов, а потом уже играю.
играю на всю котлету, я абсолютно не переживаю, там, выиграю я или не выиграю, в любом случае монеты халявные, я прокачиваю свой уровень. Удалось выиграть, здорово, не удалось, я прокачал уровень. Ну, как бы вот так. Но 12,5 тысяч, за 10 часов можно уже собирать 125 тысяч, а это неплохо, потому что в этом, вернее, в прошлом месяце я выводил уже небольшую сумму. Вот. Ну, это уже как бы... А, ну да, прошло, это все прошлое, я думал, позапрошлое. Да, все вот это прошлый месяц. То есть, достаточно неплохо. Даже с тех монет, которые приходят, удавалось выводить вот такие вот деньги. Но в будущем, чем больше будет приходить монет, тем легче, конечно. Я просто с нетерпением жду этого времени, когда все проекты выведу на уровень Gold. И это будет просто разрыв. Вывод средств будет каждый день. И проекты, я уверен, будут привлекательными, и очень многие обратят на них внимание. Все, кому они интересны уже сейчас, обращайтесь. Я обязательно сделаю вам сайт для более удобного привлечения клиентов. Буду вам помогать продвигаться, развиваться и работать с вашими новыми потенциальными клиентами. Здесь никто ни за что не платит. Это полная халява. Вот покажите мне еще один проект где-нибудь в интернете. Я вот все брошу и буду работать с вами. Так, ну хорошо, это маленькое отступление. Lightking. Тоже без каких-либо изменений, 18% как было, так и остается. Ну, худо-бедно двигаемся. То есть никаких как бы таких вот серьезных изменений. Следующий уровень Silver, 15 тысяч сатоши, до 15 тысяч. Вот, ну как бы собственно все. Сейчас в конце вставлю ролик о том, как я выводил деньги. Ну и все, кому интересно, пишите. Подписывайтесь на канал, не знаю, ставьте там лайки, комментарии, пишите. Все, всем пока. Сорок девять и 550.